Слышно. Так, подожди, я пароль не помню. А вот все вспомнил. Ты зашел? Ну, как тебе сказать? Где уже меню персонажа выбор? Давай, заходи, короче. Уже заходить вообще? Ну да. А мы в разных местах или в одном? Мы же никуда не бегал, то в одинаковых. Мы же вроде в гробнице остались. Да? Угу. А нет, ты вроде ты пришёл, сказал, я куплю и вернусь. Или нет? Я уже не помню, мы так давно не играли. Угу. Ну я в гробнице. Блять, геймпад надо отключить. Ой. А я не понял, почему у меня камера вверх крутится? Да эй. Ты геймпад отключи. У меня так же. Короче, пипец, я уже тут 100 лет не был. Я, короче, в этом, в Гиране. Да? Нифига, тут везде уже все хеки. А я не понял, куда наша шапка подевалась? Так она закончилась так, и у нас этот, она закончился, наверное, уже. Да. Все закончилось, короче. Так что все. Мы нубы? Мы нубы вообще полные. Я в Гиране, короче, давай я тебе пати кину, чтоб ты меня нашел. Угу. Гиране? А какой у тебя ник-то, я забыл? Я сам не помню. Быть таракан с полосочкой. На русском? С минусом. По-английски. Неправильная цель. У меня 3 медальки золотых есть. Подожди, что-то не то. Invite. Точно с полосочкой? Сейчас я тебе в скайпе, короче, напишу. Блин, игра не сворачивается, не понял? Не с нижней полосочкой, а с простой, блядь. Вот, вот. Я сказал, с минусом. Где ты находишься-то? Гробница. Телепортируйся в город. Сейчас я только синенького здесь завалю. А? Синего здесь завалю. Че, слушай, может музыку тихонечко не включим или не, не, не надо музыку. А не то потом. У меня 40 миллионов денег, у тебя сколько? Не знаю. LS Hide. Ну его в пуху будем вставлять, кстати. Короче, надо докачаться где-то. Подожди, а сейчас, наверное, в каму пойдем. Ни хрена тут от трейдеров. Хотя вроде так же и было в тот раз. 5 миллиардов стоит. Тебе тоже бафы активированы? Какие бафы? Ну, там, сила, хп, это все. У меня нету бафов, я не бафался. А я помню, здесь основой крафтил, короче, себе шмот, и у меня сломалось. Вверх, что ли? А, у нас же соски еще, да, было тогда, кончились? А, кстати, я без сосок бью. Давай уже в город. Нам сейчас надо качаться до 76-го. Потом 76-го? Ты какого уровня? 69-й. А я 66-й. Так, сейчас качнемся, не парься ты. И потом купить третью профу. Ну, а там дальше уже будем докачиваться, шмот и так далее. Потом там саб делать, нубл. И, короче... Блин, я другую ММО-РПГшку играл, там понимаешь, там, когда убиваешь чела, там можно его блутать. Так я, блин, беру сейчас моба, пытаюсь облутать. Так, какой мне использовать? Scroll of Escape Camel Village
Adventure Scroll Escape или Scroll Escape Да просто. простой, ты ж в город просто летишь. Ты не давай, не задавай эти такие вопросы. Я не знаю, просто. А, подожди-ка, можно же рынок смотреть через этого. Через менеджера. Вы О, еще тут на же секси шоп есть, да? Угу. Слышь, мы на босса еще хотели пойти. Да-да, сейчас пойдем вот на этого, в комолку. Блин, я пожалую кальмаров еще хочу, потому что у них вкус как у чипсов. Как у кого? Как у чипсов. Блин, капец. Подожди. Ни хрена себе. 25 миллиардов. А, здесь не работает эта фигня. Так, так, так. Я резался, короче. Тут он ким 200 лямов стоит. А, да, да, точно спойл. Я его по 100 лямов. Блин, продавал. А чат нельзя никак вырубить, чтобы он мне не мешал, или. Чё вырубить? Чат. Там можно все это настроить. Так зачем тебе? Ну вообще-то смотри сам. Медальки в тот раз по сколько покупали, ты не помнишь? Примерно. Что именно покупали? Медальки. Медальки? Да, по сколько покупали в тот раз? Когда мы играли. Ой, не помню. Вроде по 5 лямов золотые. Ну тут сейчас так же примерно. Ладно, вы это. Вы еще, может, подороже есть. Сейчас я, короче. Ой, где у нас кама-то 60-я? В руне вроде. Сейчас. Сейчас я найду, короче, куда надо идти. Я могу ТП-шелку найти. В смысле, так в сумке посмотри. Нет, ТП-шелку в город. Ну, межгород. А, все, нашел. А там. Блять, я соски забыл купить. Секси Розалина еще какая-то есть. Создание вещей на заказ. Соски. Соски чел делает. Не, у секси шоп просто покупаешь и все. У меня соски вроде есть там. Осталось 1823. Я себе вот 5000 куплю. У секси шоп покупать? Какие именно? У нее, наверное, дорого, но мне вообще насрать. Тут все равно деньги быстро набить можно. B или... Да, B great. B great. Тебе B надо, мне А. А, ты уже купил себе, да? Кого? Ну, профу открыл, что ли. А, у тебя и этот, да, новый. Ты не помнишь, что ли, меня на А-шмот хватило, а тебе нет? Я вспомнил теперь. Количество, слышь, что я количество не могу вести. А, вот, другой клава. А, у меня клава отрублена. Так, подожди, сейчас, короче, надо найти... Вон он стоит. Сколько сосок купить? 5000? Или нет, наверное, куплю 2000, потому что... Ебать, тут комолка 73 уровня. Не, мы не потянем пока. 300, значит, 1000 будет 3 ляма стоит. Ладно, срать, деньги. Сейчас, секунду, подожди, я кое-что сделаю. Сколько у меня денег? У меня 42 ляма. Чё у тебя? 42 ляма. Так ладно, это мало, надо миллиард. Слышь, Титания, делать. Титания, она мне подходит? Титания, а? Титания, ну, женщина Титания, она телепорт? Так, к любому телепорту, зачем тебе, ты где сейчас? Сам не знаю, где я. Пиздец ты, блядь. Ты в Годдарде, подходи к телепорту, телепорти. А, вот, телепортироваться, куда? А, подожди, никуда не телепортируйся пока, сейчас я скажу. Подожди, что-то я не понял. Шутгарт. Короче, нам в Шутгарт надо, слушай. Город Шутгарт ищи.
И у тебя оттуда можно телепортнуться из... Шутгард. Да, Town of Shutgard. Town of the... Shutgard. 5-1. 5-1. Ну, Это, короче, да? Да, наверное. Если ты неправильно все назвал. И если я попишусь туда, то я не засуну тебе взад кальмара. По карте меня поищешь, увидишь. Так, а вот всё. Я... Тут холодно, слышишь? Да, тут снег. Как на карте ты. Торгашей, надеюсь, здесь нет? О, все нормально, пойдем. Ты какой левел? 66-й. Вот, в 66-ю каму сходим сейчас вдвоем. Я надеюсь, потянем. Подожди, короче, бафайся. Бафаться? Ага, что бафер. Бафать? Так, Альт-Б. Бафер. Бафер для воина. А сброс бафов, он что-нибудь дает? Бафы еще, короче, дансы и сонги. Вон, видишь, как у меня. Какие сонги? Ну вот бафер нажимаешь, там есть все сонгс, все данс. Нажми два на все сонгс один раз. А, нажать на них просто. Все сонгс и все данс. Так они у меня все есть. Например, сонг и сонг. А, ну все тогда нормально. У меня не показывает просто. Ну, наконец-то у нас есть. Давай, короче, у тебя соски все есть, да? Соски есть, сосок у меня 4000. Ну, почти 5. А, подожди, баф все равно сейчас кончится. Сейчас туда полетим, бафнемся и там начнем. Готовься, короче, чай, бошить бомб. Ну, у меня 20 минут еще баф какого-то. Хилки есть. Подожди, у меня хилок нету. У меня 47 хилок. Дай мне... Такие слабые, которые по 100 хп добавляют. Да ладно, дай мне штук 20. Так, ладно. Great Healing Point у меня есть какой-то. Сколько их? Вроде по одной штуке. Я вообще не вижу, подожди, стой, где мои? А вот, есть 4. Вот, как раз эти Great Healing Point. Дам 2 штуки. Окей. И дам вот этих. 27. 27 на 24. Ну, давай. Все, хватит мне, спасибо. Great Healing Port, ну сколько я добавляю, сейчас посмотрю. А, подожди, ману еще надо купить, блядь. Сколько? 12 секунд. Мана? Да, 100 бутылок. Ты сказал бутылок. Слово маня? 100 бутылок 5 лямов вроде стоят. А, кстати, оно у меня есть или нету? Я не знаю. Так, у меня синие эти есть. Можно их продать кому-нибудь? Секси-шоп нельзя продать. Ну, эти соски синие. Вещи, не. Книги, полезные товары. Как, что выбирать? Полезные товары вроде. Mana Potion. Ну, я куплю штук 30, что ли. Mana Potion? 15. 1,5 ляма взяли. Нифига себе. Mana Potion. Potion стоит x1. 50 тысяч аден. Это ты про эту фигню говоришь? Да, это дешево. Покупай штук 30, это 1,5 ляма всего. Да? Угу. А, ну, сейчас буду. Так умножай 30 на 5, на... Миллениум умножать, а? 5 тысяч. Я в школе не хочу ничего про школу сейчас вспоминать, пока на выходных. Давай, все. Ты соски так... включил? Соски я включил? Нет. Теперь включил. Ты где там? Нигер. Я, короче, смотри. Туда если пусти дэйт нас, я надеюсь. Туда залетаем, бафаемся. Еще раз баф открываешь, ну, чтобы он исчезнет сейчас, когда мы там появимся. А почему он исчезнет? Ну потому что так задумано в камолке, он исчезает. Ну где ты, блядь, туда же подходи, где были. А. Ты пиздец. А к этому челу подходи, да? Ко мне подойди, по карте посмотри. Адольф Гитлер там бегает. Нифига себе. Все, короче, я надеюсь, все нормально будет. Готовься, блядь. Нет, не хочу. Бафайся сейчас. Пиздец. Главное, чтобы мы потянули.
Блин, нет! Стоп! Я пуск нашел! Какой нахуй пуск? Давай уже все, готовься, тихо, сейчас больше не будет. У меня игра свернулась. Короче, давай, я... Баферы для воина? Все. Бафайся, короче, я агрю и это... как его, блядь? Ты что, прикалываешься? Мы типа этих должны потянуть? Да. Короче... Что-то прикалываться-то. Короче, я танк включаю, я агрю, я их... Ты их бьёшь, этих... Короче, я агрю на того главного, включаю УД, блядь. Ну, короче, много защиты. А ты вон тех двоих пока бей, ладно? А я их завалю? Ну, бей сначала одного вот этого справа, допустим. Потом другого, как убьём, бьём на вот этого самого большого. Подожди, сейчас я сам сагрю. Ой, блин. Не трогай вообще ничего, блядь. Так. А, кстати, я вот это забыл активировать. Как это называется? А, вот пошли, оно. Время идет, короче. Все, ебошим. Помогай! Меня застанили. Бей, да, пока этих. А, так они слабые. Я думаю, они сильные. Слабые, блядь. А вот этот вот станет. Вот этот жирный, да. Все, одного завалил. Второго бей давай. Где второй? Вот он. Второго давай, мочи его. У меня сейчас УД кончится. Давай быстрее бей. У меня еще что еще можно щит активировать. Все, я его на себя агрю. Да бей просто, если что, пока не агри, просто бей. Да он станет тут все время, это вообще ужас. Так, сейчас F6 на. Агри на себя его, потом УД включишь. Как его агрить? Да бить надо! Я его бью, смотри. Надо бить просто больше сколько урона. Сколько у него там хп вообще? Много. Сейчас посмотрим. Бей пока. Пол ляма где-то. Долго будем мочить его. Давай бей! Я его бью. Я сейчас сдохну, блядь, агри на себя его. Как его загрю? Приди, если только стать. Давай, что, он бей. Тупой, он не агрится что-то. Так ты бей его в спину сзади, блядь. Я убью его, смотри. И потом УД включишь. Я не буду его вообще трогать. Не, слышу, он лошара какой-то, как в Варкрафте. Лошара, блядь. Сейчас он у тебя сагрится, я посмотрю, как ты забегаешь, блядь. Не, я говорю, лошара как в Варкрафте, что он не поворачивается на меня, он на тебя только агрится. Все, он сагрится. Короче, нет, обратно. Он меня застанил. Нет, я забыл активировать Soul Barrier, подожди. Не надо ничего пока активировать, блядь. Бля, да... Да бей ты меня, дурак. Все, он тебя бьет? Да, меня. Все это, если мало хп будет, УД включишь, ладно? УД ты что? Включай УД, ты сейчас сдохнешь. Так щит-то, который защищает, блядь, дурак ебаный. Бля, нет. Нет. У тебя хп есть восстановить, все. УД, блядь, и агри. Да поворачивайся ты. Блять, он станет. Короче, Камал, хп, бегай, блядь. И это... На, прожить до лечилки, короче, до следующей. Короче, понижай защиту ему. Как понизить ему защиту? У тебя скилл, блядь, есть там. Какой? Короче, всеми скиллами хуярь, блядь, и все. У тебя мана все равно есть. У меня глушил, тварь. Блядь, теперь на меня сагрился. И этой подхиливай Blood Pact. Бля, у меня скилл. МП нету. Да, так, блядь, пусть... у тебя бутылки есть, ты ж купил. Я знаю, я их купил. Сейчас. Используй их, раз купил. Давай сейчас нормально потянем. Ого, нихрена себе, он на меня свой скилл применил. Давай бей. Ты еще щит не использовал?
Я использовал же щит. Дурак, блядь, сейчас мы умрем. Если что, бегай, тебя мало хп. Ну, 3000 это мало? Нет, это нормально, ты что, не видишь, что ли? Блядь. Давай, мы почти половину снесли. Надо 10 минут еще продержаться. О, ни хрена себе он мочит. Воу! Стрик Блэк включи. Который отражает урон, короче. Какой? Страйк Бэк называется. У меня его нету вроде. Есть, должен быть, блядь. О, ухожу. У тебя еще есть, короче, скилл Soul Roar. Он восстанавливает хп. Да, есть. А, нет, это Blood Pact. Беги от него. Я чем занимаюсь, блядь? Может, ты мне поможешь, а? Бля, капец. Он на меня согрелся, нет? Отражение урона и бег включи. У тебя есть какое же это? Отражение урона? Да, блядь, там называется Strike Back. Я не вижу этого Strike Back. О, файтеры появились, хуярих. Что с них получишь? Нишо, их просто убить надо, чтобы они не мешали. Так, надо хп восполнить. Да, блядь, что-то я туплю. Чан, бегай. Пока, а короче, хп бегай. Восстанавливается или нет? Ты их бутылки-то жри, ты даже их не жрёшь. У него хп восстанавливается или нет? Конечно, ты сейчас сдохнешь, ты ешь хоть бутылки-то. Нет, у него восстанавливается. Какая тебе хуй разница, тебе говорят, банки пей. Я пью банки. Где ты пьёшь-то? Ты посмотри на свое хп, ты сейчас сдохнешь. Ты не веришь, что я пью их, что ли? Вообще не показывает почему-то, блядь. Вот у меня сейчас 3000 хп будет. Вот. Все, мочить его. У тебя щит откатился? Нет. Хули ты сейчас сдохнешь, блядь, если мочить его будешь. Так, как скиллы там открываются? На какую кнопку? Вспоминай, блядь. Так, книжечка. Книжечка, где же ты? Альтка. Отлично. Альтка. Какой. Ого, сколько у меня новых скиллов появилось. Какая-то скоро провоцирует врага, находясь перед вами мощность. Ты помогать будешь? Нет, я уже заебался, блядь, один бегать. Сейчас. Мы уже половину ему снесли. Давай, ты его бей, я буду бегать пока. Бля, я сейчас сдохну. Потом наоборот. Ты, короче, от него бегай, я его буду мочкать. На тебя сагрился. Я вижу. Опять на меня, он заебал, я сейчас сдохну. Я не хочу умирать. Тут даже если умрешь, то может, можно прибежать, да, ну, установить все, бафнуться и дальше ебошить. Главное по времени успеть. Три хилки, ты же мне 30 хилок давал, да? Да. Нихуя они быстро закончились. Угу. Почему он на меня все время агрится, я даже его не бью? Ничего больше хп, чем у меня. О, ты говорил про Soul Roar, да? Я тебе, блядь, все уже говорил про эти скиллы, ты должен запомнить уже. Подожди. Вот на, кидать в него, короче, понижает физзащиту врага. Чтоб прокатило. Как скилл называется? Я не понял, чего у меня чел отбежал? У меня чел отбежал, тупо не двигается. Виолет Темпор. Так он, наверное, фер тебе кинул, нет? Да, он тебе фир кинул. Тварь. Иди нахер. Я боюсь. Зайчик он тебе кинул. Чё ты меня кинул с зайчика, говоришь, да? Ладно, я отхожу, я понял. Я понял, твой навек. Бегай пока. Soul Roar. Включай иногда, он хп восстанавливает. Да, я врубал его. Так, там какие-то еще крестики есть у меня.
Ты, короче, бегай, я на себя наведусь. О, щит скоро отрегенится, и там уже нормально его потянет. Солурор. Бля, он сейчас застанет. Банки жри. Я жру банки. Так, что там еще? Раш. Куда ты лезешь? Ты сейчас сдохнешь. У меня сейчас закончатся хилки. Блин, щит еще не скоро. Ой, ёб твою мать. Иди нахуй, бля, я нихуя не вижу из этих окон. Куда я бегу? Сюда беги. А! Больно. Решай, тупану. Так, где тут крейт эти? Так ты выведи все на панель, ты че тупишь-то, чтоб тебе удобно было? Да не, я просто вот эти хочу поменять. А, фигня какая-то. О, я вообще в шоке над тобой, блядь. Беги пока! У меня нету хилок, блядь. А это фигня, которая снимает отрицательные эффекты. Что там, физические умения. Блядь, ему бы замедление кинуть. Так на них ничего не работает, на этих. Life to soul? Что значит life to soul? У тебя откатилось всю жизнь восстановить, нет? Нет еще. Блин. Короче, вся надежда на этот скилл. Больше никак, только вот бегать. Да не, ща мы потянем, я тебе говорю. Не, мы его завалим. Так завалим, ну просто... Просто если сейчас у нас откатится, что полный КП-реген и щит, и все, мы уже завалим его сразу. Вот, вот эти резнулись, волчары. Я, короче, волчару начну мочить. Вали, вали. Да чё, тебе жалко эту волчару, что ли? Чё ты меня трогаешь? Он к нему относится так-то. Запуливай его просто, и все на расстоянии. Все, до свидания, я его убил. Ты не успел его спасти. Хилься, если есть хилки. Есть хилки, в 6 штук. Блять, мы сейчас сдохнем. Мне ты кажется. Чё, у меня уже почти откатилось. Хотя не, еще не скоро. Сколько тебе там осталось, чтобы откатилось? Бля, у меня опять... долго еще, хп мало, блядь. Да? Угу. А у меня не скоро. Ой, у меня не скоро, у меня скоро, говорю. Как ты его так оглушил? В смысле, я не оглушил, а в смысле... Смотри, он путает, кого выбрать. Так да, правильно, так и надо. Кто атакует, на того и агрится. Че у тебя там, щит уже откатился? Нет еще. А хилка? Хилка еще тоже нет. Блять, я уже устал бегать. Да сдохни тоже. Так, какую там можно ему стрелу запустить взад? Ты еще включи не только ногу, а еще которая отражает урон. Это что? Это как она называется? Страйкбэк. Страйкбэк. Может, у меня еще ее нет, я же меньше уровень, чем ты. У нас 40 уровня появляется. А? Хотя, хрен знает, не помню я. Ну, короче, она должна уже быть. О, фуризон у меня какой-то есть. Меч какой-то. Ну, ты хоть отвлекай так. Его, я уже устал бегать. А, говоришь, а, страйкбэк? Активируй все тупо. Он все, я его активирую. Блять, бей его или что-нибудь делай. Теперь я его буду отвлекать. А убегай. О, нет, 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 нет. Убегай. Не могу, меня отстанил. Беги. Все. Блять, все, теперь тупо бегай. Да ну его нахер, я к нему не буду подходить. Сейчас я, у меня щит через 17 секунд будет. И хилка. А щит у меня через сколько будет? А я не знаю, мне не показывает. О, хилка у меня еще там немножко осталось. Лучше, конечно, до хилки дождаться, а потом уже щит включить. Иди так. Сюда. Не бей вообще его пока, чтобы на тебя не агрился, а не то сдохнешь, блядь. Нигер, нигер, у-у-у. Подожди, не веди его ко мне, подожди, нужно этот лайф соло поставить. На этот скилл. Сюда. Надо, блядь. Кстати, в этой менюшке все разобрать, там, куда поставить там эти баночки, куда идти.
Соски поставить. Солрор, включай, как он. А, кстати, а что ты так быстро бегаешь? Что у тебя там за ботинки активированы? Какие интересные. Так вот этот Hard March скилл. Он на тебя сагрился. Я знаю. Жри хп. Знаешь, музыка как из Властелин колец такая. Блять. О, сколько тебе хп? Блять! Бежим! Я сейчас бежим! Сдохну. Нет, не иди на него, беги от него! Беги тоже! Это не своему персонажу говорил! Ааа! Нет! Ну а, получил. 14 секунд до хилки! Сейчас я... Беги, бегай! Бля, он сейчас встанет. 6 секунд! 4! 3! Всё, отрегенилось. Всё. Включаю УД и ебошу его. Так ты отойди, он на тебя ещё сагрится. Не, он на меня агриться не будет, если ты не отойдёшь. Дурак, что ли? Он агрится на тех, кто сколько урона наносит. Да у меня тем более скоро это активируется. ХП, возвращение. Вот ХПшку. Всё, последняя хилка осталась одна. Ля, он заставил, вот видишь, он сейчас на тебя сагрится. Беги, блядь, дурак. У меня уже УД кончилось, он на тебя сагрился, дурак, блядь, ты сейчас сдохнешь. Хилку восстанавливай. Ты УД включил или чё? Нет, просто. Мочу его, всё. Давай, чуть осталось. О, через 10 секунд, короче, ХП восстановится. Щит уже восстановился. У него сейчас крит вылетит, и ты сдохнешь. Короче, сейчас ты агришь, ладно? Ну же щит да, у тебя у меня будет. Уже всё. Всё, давай. Подожди. Короче, агри. Я буду... Так ты его агри, бей ты его. Я буду помощников его ж не бить. Да бля, он заебал меня станет. Пошёл нахуй. Бей его, короче. Чё ты мне доебался? Пошёл нахуй. Агри его. И потом УД включишь. Ты УД включил? Нет. Включай. Всё, включил. И хули он на меня сагрился? Да, блин, ну берите этот стан с меня. О, выпала медалька, смотри. С этого. Ты говоришь, с них ничего не падает. О, блин, МП закончился. Куда? У тебя банки есть. У меня страх включил. А, жестоко. Веди его ко мне. Ты все равно не сможешь бить, если даже я к тебе его приведу. Давай, все, добиваем, тут чуть осталось. Скиллами ебошь. Получай свой миллион. О, это первый моб, из которого выпали вообще какие-то вещи. Так это, блядь, как РБ. Что мы вообще взяли? О, точка выпала. Две точки. А, грейт. И куски всякие. 377 Doom Bot Spart. 165. Короче, это все говно продать можно. Все? А опыт дали тебе или нет? Нет? Вот, ты получил там типа это. Опыт, блядь, дурак, ёбаный, тебе левел дали? А, нет. Мне, короче, типа дали 10 лямов, но, блядь, что-то не чувствуется, ничего не дали. Мне вообще не дали ничего. Так, куда там ты пошёл? Просто в город лети. Короче, зря ходили. Да. Блин, я думал, тут кама даёт что-то. Ты какие-то ботинки подобрал у него, что за ботинки? Пойду я пока продам все это дерьмо. Это мы еще какие
Закрытие подземелья через 10 минут. А? Мы там закрытие подземелья, подземелья через 10 минут. А, ну вот видишь. Я тоже какую-то там фигню подобрал. А слышишь, у меня какие-то тут какой-то оружие есть. Сил Блу Вулф Глобус. Старичок какой-то ходит. Нифига слышь? Себе. А. Вулф Глобус, слышь? Да я продай подобрал. Это говно. А, перчатки? Да, Вулф Глобус с него получил. Да это дерьмо, это все продать можем в магазин. А продавай ту перчатку, которую ты там типа мне давал. Какую перчатку? Сил Блум Глобус Б. Не ты, знаю. Ты помнишь, там ты говоришь, что типа, ну, мы мочили оба, и мне выпали эти перчатки. Я, короче, на лям с половиной отоварился. Кому вообще продавать эту фигню? Блин, что делать-то? Здесь, короче, качаться придется на этих. А, на мобах больше никак. А если только ни с кем не пойти на босса? А толк-то не дают опыт почему-то за них. Ну, мне дали 30-ник какой-то. Че, это много, что ли? Ну, за это время можно было уже несколько заводить. Так, продажа, продать ей. Глобус, Волк Глобус, 309 тысяч аден. Селит Блум Волс Бутс, продавать? А где хилки-то, что-то я не понял. Слышь, продавать эту, ну, фигню волчарскую. Не знаю, как хочешь. Зачем она тебе? Значит, продать. Давай, конечно. Селит Блум Глобус. Я понять не могу, а где хилки-то купить? Ну ладно. А, я сейчас, наверное, у этой... О, слышь, я с него получил Hey Great Lifestone. 76-го левела вроде. А, нет, не то, или то. Я помню, там что 76 штук или там что-то брал. Короче, я получаю 928 АДН. А, хилки не слышь, у меня тут какие-то камушки есть. Продавать камушки? Не знаю, как хочешь. Не, ну их нужно продавать, или они просто, или они для крафта еще нужны? Энри, или... Так ресурсы-то нужны, конечно, ты чё? Сейчас ресурсы продашь, потом как будешь тебе шмот делать? Короче, только в минус ушли. Сходя на них. Почему в минус-то? Ну, посмотри. Хотя, может... Я 1,5 миллиона себе сделал. Так, а что ты еще ему продал, из него продал? Говно всякое, которое выпало. Это какие-то ресурсы были. Где ты вообще? Тебя не вижу. Геран улетел. Я, короче, медали продал, у меня 50 лямов. Мне тоже надо медали продать, тогда тоже в Геран полечу. Надо, короче, знаешь что? Так, идти куда-нибудь. Телепортироваться в Геран. 43 тысячи аден? Ни хрена себе. Может, в арку уже можно идти? А в арку это что? Ну, качаться там. До 76-го. Не знаю. Так быстро резался в Геране. Так, надо посмотреть, что у меня в банке. У меня в банке ничего нету. У меня тоже, наверное, нету. Так, а где тут продают эти медальки? А, у меня есть фрукт коктейль, больше ничего нормального. Подожди.
Ну чё ты здесь нет, задрот? Ебать, как всё дорого. Так, Лёха, где продают? Кого? Медальки. Так в Геране, ничего ты тупишь-то. Так я же Геране все продают. Так, блядь, пройдись по городу-то, посмотри. Не, как-то лень. Покажи мне. Ищи, блядь, сам, мне вообще насрать. Я вижу, что тут только продают, а не скупают вообще. Может, у меня еще не прорисовалось? Я не знаю, у меня все есть. О, вот. Там что-то желтое такое. Честно, ладно, покупаю эмпалеты. Эмпалеты что? О, вот, покупаю еще. Честная лавка. Покупай медали. Иди-ка сюда. Медали покупаешь. Ты смотри, где дорого покупают, там продавай. Ты скупаешь. Золотую медаль за 5 миллионов аден. Продавать? Не знаю, смотри, там еще другие же есть. О. Он тут по 5-100 покупает. По 5-150. Купаю медали. Только золотые медали покупают, почему? Нет, простые тоже где-то покупают там. Нам просто поискать надо. Медальки дорого. Медали дорого. 4 миллиона аден. Медь. Что за медь? Медь купаешь, что ли? О, за 5 миллионов 150 тысяч аден продавала. А я ее пропустил. А, покупай билеты дорого. Билеты он покупает. Еще билеты, что ли, можно выбить? Какие билеты? Это нам не надо. Ладно, продам ему эти. Сколько, кстати, их у меня? Все 8 штук. Блин, еще не хватает 2 обычных, чтобы получить одну такую. Ладно, давай. Продам уже. Короче, пойдем, знаешь, куда. Я, короче, из медалей получил, знаешь, сколько? Сколько? Считай 20 лямов. Нормально. Ну, это мало, надо как минимум тут где-то наварить по миллиарду. Ну, тут еще медали. Я сейчас смотрю, я, может, вообще по 600 продают. А, нет, 5100. Так, короче, знаешь, куда пошли? Куда? В арку, наверное, пойдем качаться. О, да. Тут подороже продавали. Вечно я такой. Короче, в Годдард телепортируйся. Годдард? Ага. Сколько цена? Чтобы легче было найти. Я не помню, привыкай, ты должен сразу все искать. О, тут еще дороже продавали. За 5 миллионов 300 тысяч аден. Блин. Телепортироваться куда? Может, покупали? Таун оф Годдард. Таун оф Годдард? Или какой? Да-да. Таун оф Годдард. 31 тысяча.
Нет, скоро уже опять воскресенье, потом понедельник, а потом... Чё он делает? Купи ману, блядь, у секси шоп. Какой-то долбоёб, короче. А что он делает? Он стоит, ману регенит. Ну, скилл такой есть у некро. Может, экономит? Пиздец, блядь, бомж, что ли? В Илеге стоит, экономит, сам ты подумай. Ну и где ты там? Тут что-то онлайн, что ли, упал? Что-то вообще никого нету, я понять не могу. Лёха, я тебя не вижу. Так теперь в арку телепортируйся оттуда. А, в арку? Вот тут чамп синий, смотри. Арка, как называется арка? Варка, а не арка, блядь. А, варка? Вот тут три синих. Четыре! Иди 20. Сюда, блядь. Нет, только четыре. Где ты, блядь, там? Пышешь? Да, вон, синюю, простого сначала. Синюю, вон. Иди сюда, мы любим тебя. Вон там два синих, и тут два синих, блядь. Три синих! Пять синих! Короче, простого. Нет цели, говорит, что за бред. Ты, блин, он жарится, синий. Бей, блядь! Красного бы лучше. Ну, синий тоже нормально. А страйкбэк? А, не надо. Страйкбэк сейчас не нужен. Ничего, я подбираю эту фигню. А, мне сейчас не нужно. Ну, тут, вообще, тут мобы вообще быстро слетать будут. И с опыт с них нормально будет идти. Ну, с чампов, да, с простых-то нет. А там еще сзади есть, если что. Знаю я, давай сначала этих убьем. Вон сундук сейчас откроем. 78 уровня, мы его не откроем же. А, блядь. Блин, жаль. Нельзя, да, он не откроется. А там бы столько всякого хлама бы выпало. Я на ким мог бы выпасть, который 200 лямов стоит. Ну простых бей отдельно, другого моба бей просто. Видишь, они тут слабые, блядь. С одной тычки. Рядом просто бегай около друг друга и все. О, мы получили Metal Harder какой-то. Так это ресурсы все. О, там еще один из чем. Угу. Я говорю, тут походу 100 лет уже не качались в этом месте. О, есть. Чё? Есть, просто есть. Мы, кстати, где-нибудь до левела так... Даже, наверное, до 76-го качнёмся. И можно обратно в этот... В Империал... В гробницу Императоров. Вот помнишь, где там были? X5, вот там вообще X... Вот на этих, короче. А. Бедный моб. Мы его избили. Своими палками. Ага. О, у меня скоро следующий уровень. Да, у меня тоже. Чего встал-то? Цель находится слишком далеко. Как далеко рядом стою? О, меня сейчас втроем завалит, наверное. Да ничего не завалит, не ссы ты. У тебя просто бижи, наверное, нету, вот и все. Тварь. Опа. Какой-то лаг был. На, чампов искать. Бегать тут-то. Красного бы, да? Не знаю.
Ну, можно, конечно. Не можно, а нужно, блядь. Чтоб нам опыта дофига дали сразу. Во, мне ап дали. Ну-ка, скиллы, может, новые. Так, это что за скилл? Атакует врага вместо кровотечения, нанося дополнительно 6000 урона. Фига себе. Нормас так-то. Очень даже. Попробуй на каком-то баском мобе. Сейчас. Ну, со скольки ударов убил? Подожди, что-то он не работает. Там что-то надо. Требует что-то. Древний меч. А у меня, блядь, не древний, что ли? Сейчас нельзя использовать. Чему-то. Это, короче, только, наверное, в ПВП. Ну, не знаю, или... Попробуй меня постучать. О, чамп. Где? Вон там. Сагрился. Так бей. Вон еще чамп. Тут куча чампов. Я говорю, в тот раз в этом месте вот, только чуть в другом. А у меня, короче, поляна чампов была. И вот, походу, сейчас здесь так же будет. Главное, чтобы красные появлялись. Мы вообще быстро вкачаемся. Нормально. Сейчас красный появится. Вот так побегаем взад вперед, красный появится и вообще норм будет. Ты какой левел уже? Я 67. А? 67. Надо 76 пробовать сегодня апнуть. Я какую-то птицу активировал. Чтобы уже третья профа была. И на какую следующую профу мы пойдем? В смысле, так третья профа наша, там, которая, я не помню, как называется. Там скиллы, да чё-то появятся новые. Третьи профные. Крутые скиллы. Что тут вообще чампов, да, нету? Не вижу. Блин, НП так быстро заканчивается. Ну да, если все время скиллами бьешь. А ты все время скиллами бьешь? Ну, почти всегда, да. Все золотые медали тебе идут. Ты гад. Ну-ка, мы, наверное, уже этих потянем. Чё он, цель не видно, чё за бред? Блять. Ладно, побежали, короче, я знаю, где это хорошее место. Пошли в пещеру. А чё там делать? Не знаю, там интересно, пошли. Блин, это не пещера, это херня какая-то. Прикидываешь, что с неба упал миномоб. Это просто переход. Не важно, оно интересное, не хуй помню. Не, там некуда идти. Чё, не вздыхает? Не знаю. Я в нем застрял. Идти некуда, да, тут всё, побежали. Нет, там есть куда идти. Неа.
Пошли вон тут перелезть, наверное, можно. А если включить скилл Спайдермена? Какого Спайдермена здесь нет такого? Здесь прыжков Ой. Даже нету. Срати налезу, как надо. Блин. Короче, никак не забраться. Так что пошли назад. Ну, он же как-то спрыгнул. Да у него спросим, как спуститься. Как спуститься, да, у моба такой спрашиваешь. Иди, короче, назад пока. Блядь, что-то зависло. Подвисает что-то. О, чамп! Айда сюда. Ты его Нет. убил уже? Нет, бью. Я бегу. Суит какой-то получил. Какая разница, если ты рядом, тебе все равно подбегут. Да? Ну там какое-то расстояние определенное. Вроде если в городе будешь, ничего не будут давать. Еще 50% и я буду 68-й. О, красный, смотри. Да. Я же говорю, если бить мобов, то чампы сами появляются. Два красных! Сразу! Смотри. Да мы читеры. Да ты хилки-то жри, ты сейчас сдохнешь, блядь, от простых мобов. Воу-воу-воу! Ты дурак, блядь, ебаный. Я тебе говорю, хилки жри, блядь. Зачем еще месяц хилки? Блять, ты не всегда среагировать можешь, так ведь? Можешь сдохнуть. Короче, сначала. Но у меня силок-то нету. Подожди, короче, сначала простых отагриваем. То, блядь, сейчас сагрятся все и сдохнем нахуй. Ну и на этого так налетим уже. Ну ты красава, на меня один красный, и на тебя один красный. Ну ладно, бей, короче, своего, я своего буду. Блядь, что за лаги? Там понижаем защиту и так далее, всю эту поебень кидай. Если прокатит. Ты отражение-то урона включи. Ну что ты красный вообще быстро, да, улетел? У меня. Ну, а, твой пожирнее, у тебя же X2, у меня-то простой. Хилки жри, блядь! У меня нет хилок. Купить надо было в городе. Че не купил-то? Нормально. Там нету чампов? Не знаю. Чуть я медленно бегу, но наверное, на меня что-то применил. Да. Кроуджер. Так у тебя же есть скиллы, которые дебафы убирают. Может он поможет от мобов тоже. Сейчас быстренько вообще качнемся, я тебе говорю. Блин, МП опять закончился. Ну, через 20% у меня будет следующий уровень. У меня тоже. Но он синий, хули. Главное, бей всех мобов, которых видишь. Все, и так вообще быстро качнемся. Куда ты летишь? Видишь, я его простого-то я сам убью. Ты сейчас сдохнешь, блядь.
Вон красный, смотри. Ну, еще один красный, отлично. Если сначала подумал, что это сундук вообще. Где сундук? Не, вон красный. Я думал, это сундук. Он один, вот он стоит. Вон эту кучку разнести, да? Только тут на полное хп. Ты хоть скиллами своими восстанавливай этим. Soul Roar, он хп восстанавливает. Он мне ап дали, подожди, может скилл мне появился. Тоже ап дали. Да? Нормально. Нет, скиллов нету. И зря я, кстати, использовал Soul Roar, это все потому, что мне дали новый уровень, только пополнил. Так Soul Roar он вообще мало восстанавливает. Где ты там еще красного видел? Не, я говорю, это красный, я типа думал, что это сундук. А-а-а. Ну чё, разнесём мне эту кучу? Давай. Этот мой. Блять, главное не тупить. Ебошим всех. Ебошь всех, кого видишь. Ого, ни хрена себе кучу навел. Да чё, это куча, что ли? Да. На. Нормально. Мне нравится, когда они умирают, они так свистят. Свистят? Ты со звуком, что ли, играешь? Ну. Я чё-то без... За звуком так прикольно играть, слушаешь, что это интересно. Вот он свистит все. Ну-ка там, что за мобы? Туда идти, не идти. Да не, будем вон так ходить. А не то чампы будут, где попало появляться. Вон, видишь, здесь бьём. О, вон здесь... чамп появился. Ну я вижу, я тебе про это и говорю. Бить здесь будем, тут и будут чампы. Вон то я возьму оленя. Ни хрена себе он залез. Так его сейчас стрельнуть в него и все. Обезьяна. Стрелой. Чё я встал? Да, блядь, чё он не бьёт-то? Там ещё красный появился вон. Мне 5 левелов осталось. Так эпично бежит. Чё, пошли туда сходим, может там уже появились. Ты бутылки-то вон подбирай с хп же, падают всякие вот эти вот хербы. А, это бутылочки? Ну хербы, которые с хп. А, это пауэр. Но они хп могут восстановить некоторые из них. Где хп? Power Magic. Speed. Speed. Magic. Heroes Magic Magic. О. Doubled. Выполнил то, что он типа пауэр давать. Слышь, у меня из-за этого, из-за этих бафов у меня башка надувается. В смысле? Смотри на мою голову.
Бля. Ты это видишь, это бред. Так ты подбирай, которые хп только дают, а не которые голову надувают. Мне интересно, что они делают. Я, наверное, переел их. Да. О, чамп. Он встал. Посмотри на мою голову, чамп, и обосрись от страха. У него самого не маленькая, бля. О, скоро 49-й уже будет. Ой, 49-й. Ну да, это обратно будет. Качаемся, хули. Вон чамп, видишь, они тут появляются. Кобьёшь их. Ты сейчас сдохнешь, ты хоть хернись, что ли? Чем? А что, скилла нету? А, вот аура есть. Есть. Нормально, прибавляет эта аура. Этот, Soul Roar включай просто почаще. Она же быстро... Soul Roar уже тиру. А, ну вот, все. Мустикс, дайте мне хп. Они не хотят. Вон упал, а нет, не упал. Попасть еще не может, бля. Опять МП нету. Ты бутылочки тут глотаешь каждые 5 секунд. Ты их так сильно-то не используешь. У тебя же закончатся они потом. Я так-то пофиг. Просто потом без МП будем сидеть. Потом в город можно слетать. Не, у меня еще 20 бутылочек. Или это больше. Мало. 23 бутылочки. О-о-о, нигеры. Дурак, а, блядь. Спаси меня. Ты сдохнешь сейчас. Блять, да агрил. Я тебе говорил, блядь, не агрил, дурак. Сейчас я тебя резну, короче. А, ты можешь меня резнуть? Ну, если у меня рез есть. У меня его вроде нету. Короче, пиздуй в город. Нет, резни. У меня нету его, я даже купить не могу. А, ну я полежу. Ну, лежи дальше. Да, хорошо. Прибежишь потом сюда. Ну в это же место просто телепортнешься. О, тут УД же включают, я вообще забыл. Что-то много ты там фигни всякой получаешь. Я тоже так хочу. Какой фигни? Теперь агрессивные монстры могут напасть на вас, чуваки. Да ну. Раньше они не могли на вас нападать. Моб с одной тычки умер. Крит вылетел, 1900. Ух ты. У них сколько хп? Это вообще мало, что ли? 2800. А, это же антилопа была. Варка. У антилопы 2800, а как так она умерла-то? Либо ты или наги, они тут такие звуки интересные издают. Ты забей на звуки, это вообще тут посмотрим, чамп резался или нет. Конечно, по-любому резнулся. Он резнулся, да, резнулся олень. Олень? Это антилопа, а не олень. Ну, сразу будет олень. Олень. О, красный. Эй, я заблудился, я не знаю, куда идти. Ко мне иди по карте, дурак, блядь. Я тебя по карте не вижу. Я реально тебя по карте не вижу. Да, блядь, как не видишь карту? Открой, блядь, зеленый кружочек. Альтем. О, ты чё, опять тоже с нами? Блин, ни хрена себе, ты далеко. Сам куда-то убежал. Или это не ты? Ты такой зеленый кружочек на большой карте. Ну да. Так ты не в ту сторону побежал, идиот, блядь. Жди, короче, где появляешься, когда телепортируешься. Сейчас прибегу. Эти твари любят меня бить. А что им еще делать-то? Насильники сраные. Бежим. Я не хочу еще раз вздыхать, потому что не хочу терять свои ДН.
Бафнись, дурак, блядь, ёбаный. Да, бля, подожди, у меня бафа нету. Бля! Бля! Мобу пофиг на это. Суки. Короче, бафнись сначала, потом уже сюда лети, дурак, блядь. А потом, короче, я прибегу к тебе туда, где ты появишься там. Твари вообще, блин. Только, блин, ты пешнулся, только не сразу. Такие, о, няшка появился. Я ей, наверное, очень понравился. Это мои фанаты бежали, так что все. Да. Они хотели от меня автограф, а я им не давал. У меня охрана не было. Которая убила тебя же. Охрана. Какая охрана? Это фанаты. Фанаты меня избили. Но уже поздно так. Ну, у меня сейчас ап будет. Круто. Блин, так нечестно. Все честно. 72-й. Скоро сундуки могу открывать. Ты уже пооткрывал, блядь, сундуки здесь. Ну чё ты, где я, короче, тебя жду, ТП? Вон ты, я тебя вижу. Там нету чампов? Был один чамп, олень. Куда ты побежал-то? За оленем. Да. Эй, там оленем мочит! Нет, мой олень! Да ладно, мой всё, олень. Побежали мой... туда качаться. Нет! Пидорас, кочевник сраный. Чтоб тебя белки съели. Пошли назад, где ты? Мне не нравятся кочевники. Давай кочевников ПВП. Так это нечестно, ПВП будет нас двое, он один. Хотя кто знает, срань. Может он такой-нибудь точёный, он нас обоих еще завалит. Да пошли его запить с нашими палками. Еще и лоханемся, блядь. Вон тут сейчас чампов куча было. Бей, главное, мобов. Ага, вот как раз здесь меня и мои фанаты и замочили. Подожди, может скиллы, кстати, появились? Чё-то все те же скиллы. Ты какой левел? Почти, даже не почти. Просто 68-й. Что-то долго ты качаешься, пиздец. Ну ты же больше уровень, тебе больше опыта дают. Да тебе так же сейчас должны давать. Угу. Пошли вон туда, сходим, посмотрим, что там. Ну там, короче, маги сильно ебошат, у тебя биржа какая? Какая биржа? Ну биржа, блядь, серьги, да чё да, кольца. Серьги, кольца. У меня какие-то две серьги цешные. Ой, короче, мы не потянем там еще. Магическое кольцо, еще цешное. Что за фигня? Надо ашное хотя бы. Или эсное. А у тебя ашности? У меня цешные тоже. Не, не пойдем туда. Вдруг умрем. Ну нафиг, не хочу умирать. Может, у них больше опыта будет падать. Может, да больше, да мы не потянем. Мы там умирать будем. Там, допустим, ты так же просто бить будешь, дать моба? Но. Ну это, как его? Так у нас же есть щит против магов. Толк-то от него, блядь. Другой маг сагрится, твой щит закончится, и ты сдохнешь, блядь, с одной тычки. С одной тычки? Ну да, один раз тебе... скиллом ебанет, ты умрешь хуй. А, меня зажали двое кабанов. Кабанов. Каре свистеть, деньги будет. Посвистеть. Да. Мобам пофиг, и наоборот, правильно это делаешь, чтобы у тебя денег не было. О, а кстати, нужна активировать скилл. А, нет, это не этот скилл, вот этот скилл. Красного чампа надо. Красного чампа надо. 100 красных чампов надо. Ты, а мы сразу апнемся до 80-го.
Но, мочи его. На, по башке. Мой. Мои. Нет, мои. Мои все дети это сатаны. Да прибудет с вами сила, дети мои сатаны. Чтоб вас белки. Ну, ты понял. Не. Я ничего не понял. Простые все. Просто тоже нормас падает так. Ну да. Так бей ты другого, зачем ты моего бьешь? Он красный. Красный чемпион. И прикидываешь там такие, такой поле красный, такой чемпион. Еще X2. Хилки жри, блядь, сдохнешь сейчас. Конечно, они меня бесконечны, да? У меня нет хилы. Помогай, блядь, на меня чамп сагрился, блядь. Мы его не завалим. С чего не завалим-то? Еще как завалим, блядь? Это босс. Да какой босс это обычный моб, блядь? Где это ты вообще? Босс. Это босс. Это босс. Вон там синий уже появился. Это босс. Вон, синий герб. Смотри, как быстро слетает. Нормально. Бедный босс Нигер. Тоже вон пещера, кстати, какая-то есть. Может, да, потом сходим туда? Давай сходим. Потом, так там чамп. Блин, сайт это твой чамп. Ага, опыт. Я хочу быстро качнуться, я уже пещера устал. Пещера это самое крутое. На этих левелах сидеть 70-х, блядь. Столько играем, все еще. А 70... какое у тебя снова левело? Он уж там 80-й, и там у него уже 3 саба. Каждый саб про... это что такое? Блин, ну, почему ты быстрее меня бегаешь? Я не знаю. Короче, 3 саба там, которые, блядь, подожди, это... Подожди, стоп, подожди. Alt-K. А, здесь никак, смотри. Подожди. Там бег, драк, шон, защитный магний. У меня фулл баф, потому что из этого быстрее бегаю. Ну, тоже фулл баф, я же бафался. У тебя баф корявый. Хотя у меня еще одного бафа на бег не хватает. Это Сонга одного. А что сюда нельзя залезть? Который дает на бег. А вообще сюда нельзя залезть? Да туда не залезть. Вон красный, давай сюда иди. Помогай. Где ты, блядь? А, вон. Мочи красного. А я чем занимаюсь? Ты бы хоть берс себе кинул. У меня вон баф-то, смотри какой. Смотри, какой у меня баф, какой у тебя. Тебя я должен быть. У тебя такой же, как у меня должен быть. Вон красный еще. Бля, что-то голова болит. Мне тоже. Что-то мне надоело, надо музыку хоть чуть-чуть включить, что ли, две ноги. Держи. Или она еще хуже. Так, держи. Хотя бы чуть-чуть. Бля, помоги, на меня красный сер... Чё ты убегаешь-то? Бей, блядь, дурак ёбаный. Ой, чё-то ебать ломка. Да, нормально. Главное, слышно и всё. Сейчас скоро 73-й буду. Йоу. Побежали дальше, чё встал? Не знаю. Не знаешь?
Кто знает? Кобыла, которую я убил. Вон красная кобыла ходит. Синяя кобыла, красная, всякие тут. Зеленые. Зеленых нету. Кстати, были бы еще третий вид чампов. Третий вид чампов — это боссы. Не, да раньше же чампов не было вообще, а боссы были все равно. Чемпионы же появились недавно, где-то года два назад, может даже чуть раньше. Я, короче, грация появилась, тогда и чампы появились. Погнали на рыжего оленя. На рыжего? Подожди, тут какой-то другой рыжий на меня напал. Сейчас скоро ап будет. Нормально. О, там синяя кобыла какая-то. Ага. Сейчас тут зачистим. Я тут в стиме написал что-то. Блять, ману не хочу использовать. Стало чуть-чуть до левела. Сейчас мы его завалим. Ну да. Не, еще так-то долго, еще 10%. Вон, давай этих. Блин, я в кучу побежал, капец. Пизда тебе. УД включай там, хилку. Щит врубил. Не, МП нету, блядь. Мне тоже. Бля, мне чуть осталось 7%, я уже добью. Хилься, блять, хоть иногда. Чем? Блять, не знаю я, у тебя скилл есть. Так я скилл уже пролегался. И он все еще не откатился? Не, я... Ну, это такого... Такая обезьяна, типа, рыжая, еще нет. Ауру я уже использовал. Обезьяна рыжая. Ты пиздец. Разве он не рыжий? Разве он не обезьяна? Клоун, значит, какой-то рыжий. Красный такой. Страшный. Синий вон сзади. Я точно про него забыл. Так, чувак, это ОМОН. Вося ОМОН. Где ОМОН? Ой, бля, забыл. Больно. Не надо. Не надо. Сейчас на меня сагрится, хотя вряд ли у меня МП нету. Беги! Пизда тебе. Да ноги где врубаются? Вот ноги все врубил. Убил? А? Ты его убил? Да. Даже зарегаться не успел. У тебя долго еще ап? Еще 70%. Ху! Так тебе на хилку. Хилка... хилка очень скоро будет. Давайте чуть хилок дам. Не, у меня через 20 секунд это откатится, так что не надо. Ну смотри, сам умрёшь, так умрёшь. Ну, когда будет мало хп, тогда я попрошу. Ой. Всё, блядь, можно ману тратить. Thank you.
Нормально. Выносим Киамана полная, да? Ну, там тут еще есть. О, стоп. Там кучи сагрятся. Я сам сагрю. Че, восстановил ХП? Да. Ну, вот видишь. Сколько мне там, кстати, медалек? Не знаю я. Две медальки золотых. А обычных вообще нет вроде. У меня 3 золотых, 16 простых. Вон тебе, ага, обычных нет. Нету, вон только что получил. Какое? Левла? Или чего? Эвент медаль называется. Что ты пишешь? А-а-а. Ну, у меня 14 получается простых и одна золотая. Или две золотых. Ну вот видишь. Две золотых. Ничего. Нормально. Нету. Считай, 3 золотых. Так, секунду, подожди. У меня уже голова длинная кипит. Скиллов нету. Короче, 76 левел на, твоя будет скиллы. Он мой. Твой, твой. Оно моё. Твоё, твоё. Ладно, короче, я надуваю себе бошку. Сейчас переем. А чё надуть голову? Больше вот. Головы, больше. Подбирай виталити. Ну, вот эту хрень, короче. И что он даёт? Ну, она виталку во время этого бафа будет тебе добавлять. Чё ты туда пошёл? А, блин, я не туда иду. А больше некуда идти. У меня такая толстая голова, надо еще похавать, будет еще толще. Не, это максимум вроде бы. Че ты где там? О, у меня 72, через 30% будет следующий уровень. У меня еще долго. Что-то на этих уровнях намного быстрее качаюсь. Ну, в принципе, да, они 10 раз, 10 уровней мне превосходят. Ну да. Блин, наверное, так быстро качаюсь. Если бы красные вообще бы одни были, мы вообще бы уже бы быстро качнулись. Ну, красава, синий на меня нагрелся. Чё, бей. На-на-на-на. Забиваем его. Угу. Так, алый. Вон эвент, медаль тебе упала золотая. Да? Угу. Нормально. Так. У нас три красный появился. Где красный? Вон здесь. Тоже умыч? Вон уже еще красный. Ты уже завалил красного? Нет, я убью еще только. Что-то лагануло меня. Влад побежал-то. Мана. Пошли мелкого завалим, чтобы у меня скилл активировался. Ну, это НП получше. Давай, мочи вот этого. Блин, еще так не получится. Олень, уйди, тебе здесь не рады. Оленям не рады, да?
У меня МП нету, чувак, дай МП, пожалуйста, прошу тебя, дай МП. У тебя ж банки есть. Не показывай себя нищебродом. О, всё. Отдали, да? Какой левел уже? 70-й. Нормально, наконец-то. А ты какой? 74-й? Нет, 73-й еще только. Ну, хотя бы догнал тебя. Немножко так. Да, нормально, 76-й будем. Там норм уже будет. Вест шмот оденемся, я надеюсь. Там, кстати, медальки надо копить, по идее, чтобы вест шмот одеться. Да? Угу. Сколько там медалей? 15 медалей золотых надо. У-у-у. Так что все, сейчас продавать их наоборот, покупать, короче, придется. Смысла нету продавать. Ну, красный копим. На S шмот все. Подожди, сейчас я там зовут. Иди, я пока качаться буду хуй. Давай быстро только. Задрот, блядь. Алло, слушай, тут чамп. Бля, застанил. Слушай, ты сейчас сдохнешь, ты здесь нет, задрот. Все, пизда пришла тебе, блядь.
Скажи спасибо мне, блядь, ты чуть не сдох. Я знаю. Я тебя спас, блядь. А ты смотри, почему у меня так мало хп? Там, короче, какие-то типы на тебя напали. Еще и чамп потом синий. Тут еще два чампа красных было, вот я второго добиваю. Но они не агрились. А я, кстати, знаю, почему у меня хп понижалось. Ну, там было, у меня там получается 9000 почти, а там, получается, понижалось до 7000. Это из-за этих бутылек, которые я собирал тут. Чтобы башку надуть. Дурак, что ли, блядь, из-за того хп не понижается. Ну, не, снижается запас, когда они хп отнимаются. Да? Вау. Да. Нет, вроде не должно быть. У меня снизился. Славься, Геннадий Витальевич. Я хрен не знаю, зачем у тебя. Нет, да, смотри, короче, скилл. Вот, блуд пак, там, короче, увеличивает запас хп. Так что это тут ни при чем. На время, да. На некоторое. Пока он висит. Как он исчезает, у тебя запас хп чуть уменьшается. Не чуть-чуть, а на 1000. Ну, 10%, сам подумай. Блин, этажку четвертую хочу бы поиграть. Поиграешь, успеешь. Игра просто херенная. Ну, для меня. Я ее не проходил просто. Вот, да, он где-то неделю назад скачал, когда у меня, тем более, видеокарта появилась, нашел время скачать. Угу. Теперь это просто эпик. Да, как я ее толкнул, и она упала. Угу. О, красный чам. Красный Синюхи. Чамп упал на землю. Ха-ха-ха-ха. Красный чамп упал на землю. Ха-ха-ха-ха. Бей давай, чё встал? Сейчас нормально, уже скоро 74 ап будет. Я еще промахиваюсь как-то. У меня через 17% будет ап. У тебя есть промахи? Да. Ну вот. Но не так часто. Раньше у меня, помнишь, мы пошли в гробницу? Мне там чисто промахи и промахи, промахи и промахи. У тебя точность сколько? Я не знаю. Так посмотри, голову нажми, короче, где. Статус персонажа. А ее прокачивать не надо, я надеюсь. Кого? Ну, это стату. Да, не, вот она, я сама люблю выиграть, качается. Когда 111, короче. В ПВ надо прокачивать, а в Линаге не надо ничего прокачивать. Это ж старая игра, по идее. Тут все так и оставили. Вот эти вот всякую хуйню, слава богу, не взяли с там с Вова, да чё да. Просто ПВ. Я не люблю, блин, там такое это разъединение, что. Качать точность это. Да. Дают тебе определенное количество скиллов, и ты должен это прокачать. А здесь... это какая-то простенькая такая игра. Здесь, да, нету такого. Нафиг это надо? Ты тупо качаешь, потом тебе целит хиро стать, и все. Играть интересно, и по РБ бегаешь, и все такое. Геннадий Витальевич. Ну а вот эту вот идею от инсты до чёда уже придумали, это все с Вова спиздили, конечно же. Но все остальные игры, например, Point Blank, все скорее скистырили. Ну да, тоже. Чисто все, наверное, шутеры там, где бомбы нужно закладывать, это все скистырили. Не, ну все равно Линага, вот эти вот хроники, они все равно в лучшую сторону пошли, грация, вот там, и вот ХФ, вот то, что были. Ну, считается интерлюд самым популярным, но мне лично вот не особо нравится интерлюд. А что, а интерлюд в Линаге такой раздел? Да, я ж тебе говорю, там она на хронике подразделяется, но вот очень много там. Начиная с C1, заканчивая God of Destruction, и уже там еще какие-то там пошли. Уровень. Да? 71. Мне тоже чуть-чуть осталось.
Мне вот тех больше пока нравятся вот эти вот ХФ, короче, Hi-Fi Part 5 там или 4, без разницы. Тут да, даже сравнить с интерлюдом, блять, здесь по крайней мере шмот есть с 80, это уже интереснее играть, блять. А чё ты в интерлюде тупо до 80-го коснулся и бегаешь в этом шмоте и все. Это как C4 практически. Чё ты там пишешь? Какие бабы. Не бабы, а баби. Где эти баби? Твой чат все равно никто не видит, кроме меня. Я знаю. То, что около меня находишься, ты и слышишь меня. Вижу. Не, ну это как бы предразделяется, как слышишь, потому что я говорю, ты как бы меня слышишь. А, ну да, как бы типа того, вы где-то. Так я тебя как бы в скайпе слышу. Если бы мы бы не в скайпе были, мы бы так бы общались, хули. Ага, конечно, я бы так никогда не общался, я не люблю через чат вообще общаться. Учись, блядь. Я помню, какие-то там есть программы, кроме скайпа, там, Райтек, или как там называется. Райткол, Райткал, Райткол. Да, меня они бесят. Наоборот, там абсолютно все через кнопочку общаются, меня это бесит, когда кнопочку нажимаешь и говоришь. Нет, можно сделать автоматически. Я знаю, но автоматически, но бесит все равно. Зачем? Ты просто в микрофон говоришь, все. Нет, ну все-таки так, как в скайпе, так прикольно. Ну не знаю, там, допустим, вот тут вот RightCall очень, или там какая-нибудь другая Ventrilo, очень популярна в этой игре программа, потому что, допустим... У вас клан, блять, там 20 человек, что все через скайп что ли будете общаться, это бред. Ну это да. Ну не 20, даже 40 человек, там бывают альянсы целые, и чё? Альянсы целые в скайпе такие. Нет, ну альянсы целые вряд ли в скайпе будут сидеть, в скайпе будут сидеть. Нет, а сколько максимум человек находится в группе? В скайпе? Ну. Откуда знаю, не знаю, человек 10, наверное, больше. Именно может. В звонке. Ты там смотреть на в программе. Ну вот этих всяких Ventrilo, RightCall там до 20 человек вроде может, ну 10 где-то точно может. Ну допустим, ты группу собрал, вот группа пати. У тебя уже сможет сидеть в одной этой. А ты, кстати, себе тоже голову надуй, мне интересно, как она будет выглядеть. Так же, как у тебя мышь одинаковая. Не, у нас прически разные. Блять, нахуй мне это надо? Не знаю. Так вот, когда у тебя, допустим, осада, чё вы, блядь, будете через скайп, блядь, там всё залагает у вас? Это же бред. Да и неудобно нормально, будет. Нормально, нормально. А там уже удобно будет через Ventrilo, не через это. Там ник, по нику видно будет, понятно, кто, блядь, говорит. По голосу главное запомнить и всё. Ну там просто будут говорить ресники, там, допустим, Шие, и все понятно, кто у вас Шие в пати. Ты того и ресаешь. Там или решники, там ресники, или там бафники, или еще чего-нибудь. Мне голова сдулась. А я когда первый раз, помню, начал играть, блин, почему у меня голова такая живная? Ты говоришь, это прикол такой. Так да. Так всем баф же это прикол. Прикольно же сделали разработчики. Раньше не было этого всего. Когда первый раз вообще, я помню, когда первый раз хербы появились, это на интерлюде, короче, появилось, да? Ну, на хрониках. No. Ну, вообще тогда, о, блин, нифига себе, хербы падают, типа, баф, все можно бесплатно, блять, бафте. А сейчас они особо не нужны. Особенно на этом серве они вообще не нужны. Так, стой. Куча. Короче, я сейчас сагру. Уже сагрил называется, блядь. Ебош! Всех бей! Во, все на меня сагрились. Кстати, на F1 на скилл один сделать. Подожди. Следующую цель.
что это было у тебя сейчас? Вот, кстати, вот эта вот хрень очень удобная, следующая цель, скилл. Это не скилл, а этот, короче. Как сказать-то, блядь. Действие, короче, вот есть рука, да, там всякие разные. Вот там есть следующая цель. Допустим, ты на кучу мобов напал, да, и ты скиллами его убиваешь с двух тычек. И все, и дальше тебе надо мышкой выделять мобы. Ну неудобно же иногда, да, ты просто нажимаешь F1, вот этот вот, следующая цель, и все. Он тебя сам выберет. Очень удобная вещь, кстати. Ням. Также еще есть тут ассист. Ой, подожди, это не то. Ну это, короче, вот смотри, допустим, вот я бью моба, да? Но. А ты, там, допустим, куча мобов, вообще много мобов, а я тебе говорю, именно вот этого моба надо бить, а ты не можешь выделить, да, этого моба этого. Ты просто нажимаешь на меня, вот где пати есть же, слева, окошечки-то. Ты правой кнопкой на меня нажимаешь, и у тебя будет ассист по тому, кого бью я. Кого я выделил. Вот попробуй сейчас нажать правой кнопкой мыши на меня. У тебя будет ассист по тому мобу, которого я нажал. Сработало? Ну, я на этого побежал. А? Ну, вот на этого побежал я. Нет, вот сейчас нажми просто на себя. Нажал? Да. Теперь, короче... Я вот выделил моба, ты нажми на... Вот слева окошечко же есть? Ты на моба не нажимай, дурак, блядь, на себя нажми опять. Чтоб ты выделен был. Нажал? Но. Теперь слева видишь окно, там написано у меня там ник, до чего, до хп, все показывается снизу. Да. Нажми правой кнопкой на эту хрень, короче, на эту. Нажал? Правой кнопкой мыши. Да. У тебя выделился моб? Вот. Это, короче, называется ассист. Это когда много, допустим, вообще мобов или там PvP тоже полезно очень. Там, допустим, кричат слить, биша, блядь, надо по ассисту, блядь, ебошь ты того. А ты, блядь, нихуя твичам, посмотри сразу. А ты не можешь, там куча, там еще, допустим, у тебя лаги, блядь, там биш хиляет ваш, у тебя лагает, ты не можешь ничего... выделить. Ты, блядь, просто нажимаешь на этого типа, да, на своего, ну, напарника. По ассисту правой кнопкой, и все. Ну или еще здесь где-то есть ассист. Помощь. Переключиться на цель выбранного ассист. Вот. Ну, очень полезная вещь, кстати. Тоже знать надо. Тут вообще много чего знать надо. Вот эти вот все действия, они очень, они везде нужны. Если их использовать. Тут поугарать можно. Помнишь, мы в трасс танцевали, да чё да? Помню. А у каждого этого, ну, существа разные танцы, да? Ну да, допустим, у человека чуть другой будет, там у гнома другой. Вот гномы или их доморки, они вообще угарно танцуют. Звонят кому-то, мне или тебе. Подожди. Алло. Да, здравствуйте, сетевой. Да. Ой, я уже 70... А, да, я уже давно 74, я же не заметил. Ох, еще два левела. О, какая у меня большая башка! Какая большая? Я, короче, сейчас отойду, я тут это... Надо. 5 сек. Быстренько. Пока к тебе прицеплюсь. Так, буду просто с тобой ходить. Чай, приду, 5 сек.
Чё за дроп? Ты здесь? Побежали? Алло? Стой! Зачем? Стой, подожди. Стой. Чё ты хочешь? Я хочу... много. А? Здесь они танцуют, как, блядь, какие-то, блядь, пиздец. Ты-то придумал, блядь. Два оленя, блядь. Dance, 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 dance. За поклон, пиздец. И нахуй, давай ебошь мобов уже. Через 30% я буду уже 72 уровень. Да? Угу. Блин, вот фигово то, что я буду 76, ты будешь 73 только. Если я буду 73. Вот именно. И это очень плохо, потому что, блядь, или тебя докачивать, или чё, я не знаю. Сейчас придумаем что-нибудь. Бля, что за лаги были сейчас? Подожди, что-то у меня... Этот ебаный антивирус, короче, обновлялся. Это ебаная, блядь, антивирус обновлялся. Обновлялся. А я обычно беру такой и становлюсь такой, на, моё, моё, ням, ням. Ням. Надуваем бошку. Там есть чампа? Давай бей, появится. Что у меня это? Слушай, подожди. А, нормально. Ты сейчас сдохнешь, нет? Нет, а, кстати. Будет 800, и, короче, при мне все скилл. Скилл, Чем? У этого, у моба крит вылетит на 800, и что ты сделаешь тогда? Или на 1000. Чё у него не вылетит, ты чё? Ты это откуда знаешь? Мобов они дрыщавые. Ага. Они дрыщи, они ничего не умеют. Мы крылатые щелы. Были бы они маги, ты бы умер бы уже давно. Ну, ты видишь, нас... что они не маги, они долбоёбы. Дурак, блядь. Чё сразу дурак? Ты умный? Да. О, нифига себе. Ой, не тот, что ли, умер. Бафы, бафы, бафы. Попасть оба же не можем. Угу. Коса жопы. Синий ван. Бафы, бафы, бафы. Ищи. Вон стоит.
Нам уже надо туда сбегать, что мы все в одном месте. Блин, только 1% на этом дали. Нормально, чё ты? Вообще ничего не дали, зал обычного. Бафы, 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 бафы. Можно еще, знаешь, не знаю я, куда-нибудь, может, на 80-х уже потянем, нет? Чтобы быстрее качнуться. Можно. Просто я не знаю, где на 80-х нормально кач. У тебя есть одно место? Ну потянем ли мы там с такой бижей? Там надо быть как минимум 76-ми в С-шмоте. А мы в Б-шмоте. Так вот. Вообще, по идее, ваш мой должен быть. Ну мы бомжи. Мы бомжи, да. Нам не хватило нашему. Так мы эсны сразу купим, медалек сейчас накопим просто и все. Что там, 15 медалек, у меня уже 4 золотых и 27 таких это получается. Ну 6 золотых, еще 9 медалей осталось всего-то. Хотя я вряд ли к 76-му там наберу 9 медалей. Может, кто продает С-шмот. Купить его так, да и все за деньги, а медали продать. Ты где? А, вон. Вон синий. А вряд ли кто-то продает, мне не для чего-то продавать. Ну вот мне так же кажется, вряд ли кто-то будет продавать, потому что в магазине продается. Ты где, ты помогать-то будешь, нет? Ты тут как куча, блядь. Ну, мне осталось 2х свалить. А даже не 2х, я уже получил. Тебе уже ап дали. Какой ты левел сейчас? Баф, 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 баф. 72-й. 72-й уже? Вон, да. Видишь, ты меня уже догнал, блядь. Так сейчас мне мало стали давать процентов. Потому что мы почти одинаковые. Сейчас смотри, я пока 75-й стану, ты уже будешь 73-й. То я 76-й, ты уже догонишь меня, блядь, пока я до 76-го качаюсь. Мне кажется, как раз мы 76-ми вместе будем. Хотя, не знаю, еще посмотрим. Вот десятку дали, отлично. Вот, видишь, а мне вообще дают 4%. Ну, зато себе лучше мне. Раньше вообще ничего не мог прокачаться. Нет, ты меня сейчас догонишь, я тебе говорю. Сколько у меня там золотых медалей? У меня 5 золотых медалей и 31 ивент. Нифига ты, блядь, уже больше меня нафармил. Все тебе падает просто. Вон, теперь видишь, тебе будут медальки падать, а мне будет опыт. Видишь, золотые медали опять тебе упали. Это да? Читер, ты, наверное, блядь, там опять какой-нибудь код ввел, скрипт, блядь. Копался в файлах, да, игры? Так, да. Не игры, а сервера, получается. Ну и сервера тоже. Взломал сервер игры. Угу. Зашел на главный сайт, стал главным админом. Получаю по $1 000 000 каждый день, да? Не, нифига. Ты думаешь, они там много получают, что ли? Да, прилично. Ну, донат же. Ну да, вообще-то. Еще от серва зависит, сколько онлайн, все ли донатят, донатят не все. Мне кажется, здесь некоторые донатят. О, ну, что здесь тут дальше?
Мне там интересно, а что там дальше? Конечно, донатят, ты чё? Ну, либо же кто-нибудь донатит, тут у кого там до хрена денег. У которого они там из жопы льются, как из туалета моча. Не знаю, что я сейчас сказал, но я что-то сказал интересное. Вообще. Короче, зря, мне кажется. Мне вот лично просто курица не нравится почему-то. Ну, ладно уж, будем пока ими играть, блядь. Ну, это необычно, ты никогда еще курицами не качался. Просто ими сабы нельзя брать, этих, короче. Ага, не качался, качался я не раз уже. До какого докачался? Я, блядь, в Линагу играю больше 5 лет, ты че? Задрот. Ну, я этими курицами редко играл. Первый раз я играл этой арбалетчицей. Это девушкой надо играть. Только у девушек такая профа есть арбалетчица. Даже вроде сап, вот нашими сап нельзя взять на арбалетчицу. Или можно, я не помню точно. Посмотрим, короче, если можно арбалетчиц взять, да это вообще круто. Ну, арбалетчики будут. Тут арбалетчики мощные, у них криты, блядь, хуярят. Чампов, да, нету? Наверное, боится моей толстой головы. А? Наверное, боится моей толстой головы есть. Ага. Она настолько жирная. Я настолько перебрал с этими бафами, что они мне пугаются. У меня же, кстати, у меня 40% уже этого уровня. Ну ты видишь, пока я 20 набивал, ты уже 40 набил, блядь. Голова больше самого тела, что за хрень? Бывает. Бывает. Я говорю, ты сейчас так тему сказал, как будто это каждый день бывает. Все, еще левел. Круто. Я 76-й. Но у меня медали нету, чтобы если шмот купить. Че ты думаем? На рынке что-нибудь смотрим. А сколько нужно? О, смотри, что выпало. Дайгер выпал. Что это за хрень? Ашный дайгер. Ну, это для дайгерщиков, короче. Нам это не надо. Это на продажу. Кукис выпал. Кому интем карнетбоу у меня какой-то выпал. Вон давай, карнетбоу красного бить. О, лук у меня выпал какой-то. Ашни. Да? Да. Ну вот видишь, продашь его потом, нахрен нужен. Нам надо двуручные мечи эсные. Двуручные? Ну да, которые ну да. Превращают у нас же двуручное оружие. Тянут. А у нас сейчас одиночные? Мы же одной рукой вроде бьем. Ну оно по идее двуручное, просто видишь, мы его превращаем своим скиллом. Забыл что ли? Ну так придумали разработчики, что поделать-то. Разработчиков можно убить. Зачем? Чтобы они сдохли. Чтобы не выкладывали такие плохие, некачественные игры. Шел ты нахуй, игра, заебись, блядь. Я в шутку, если что, сказал. Еще какая качественная. Я популярная. Говорю, качественная, что? А мы в одной руке, типа, двуручный меч несем. Да ты говоришь, что птицы еще слабые. Ни хрена себе не слабые. Двуручный меч в одной руке носит. Тут, блядь, можно девушку взять, создать, и она тоже двуручный меч будет таскать. О, видишь, какая сильная женщина. Сильная женщина, просто профу сдать надо, блядь, на. Но даже любым вообще персом можно взять двуручный меч.
после какого уровня, получается, после какого левела насрать уже на уровень? После на 86-го. 86-го? Угу. Мы заебемся до него качаться, я тебе говорю. Это еще считай 11 левелов меня до 86-го, но это долго. После 80-го опыта вообще мало будет идти. По, наверное, с красного по одной, да? По 0-1, наверное, будет. Ух ты. Ну нахер. Тихо говорю. И... Не, ну с красного может по 1%, но вот с синего точно по 0-1. У меня уже 70 почти. Чего? Ну, этого опыта. Процентов? У меня ап только что был. Какой уровень? 77-й? Какой 75-й? Если бы 77-й, я бы профа уже бы взял. Кстати, профа третья вроде 100 лямов стоит. Ни хрена себе. А, нет. Сколько? Ну, короче, написано будет потом. А у меня 84 ляма всего лишь. Не, 10 лямов вроде она стоит. Не 100. А сколько у тебя сейчас денег? 83 миллиона. У меня 84, я рулю. Рулишь ты, блядь. Рулевой, блядь. 35 этих и 6 этих. Тебе медаль, уже... наверное, начал больше выпадать, чем мне. Нам уже хватает на этот, на шмот. Там наоборот медали, короче, придется покупать. Так он 30 лямов стоит и 15 медалек золотых. Проблема с медалями просто будет. Вот допродавались, блядь. Не, ну сколько у меня сейчас медалек? У меня сейчас, получается, считается 4... 10... Мне еще 5 золотых нужно убить. 4 эвент и 5 золотых. У тебя сколько вообще в общем медалей? Эвент 36, а золотых 5. Ой, 6. У тебя практически 10 медалей. У меня 4.30. У меня 7 медалей. Да мне стан перемени, я целую где-то минут. Ой, минут. Секунд где-то 10 стоял, тупо и без действия. Ой, случайно. Я его случайно только. 8000 стрел. Уже набил, блядь. А, кстати, у меня стрел сколько? Все это говно продать можно и... А у меня 9000 стрел. Нифига себе. А сколько эти стрелы вообще стоят? Да дешево они стоят. Ну сколько там, например, можно себе получить? За, да. Например, за 10 тысяч. Да я не знаю, сколько там она стоит. 5 аден, наверное, одна стрела. 5 аден, это получается 500 тысяч аден, нормас. Не 500, ты чё? А нет. 10 тысяч 50 получается. 50. Все равно, о, смотри, сколько чампов. Пошли на этого, который там внизу. Вон, смотри, сколько вверху чампов, блядь. Нет, там внизу чамп, внизу да чамп. Внизу успеем. Давай сюда сначала. Тут вон красный, блядь, синий, все разные. О, вот мне синего надо сейчас завалить. Я с него, наверное, опыт получу и буду следующий уровень. Вон зеленый. О, у меня баф сейчас закончится, надо пробафиться. Так и бафнись. Я, как короче, баф? С режима боя надо выйти, он так не бафнется. Бафер. А, я... Да, вроде не бафнется. Не бафнулся. Давай. С режима боя сейчас выйдет и бафнется. Блин. А, блин. Теперь а, бафнися. Бафер. Набор для воина. Я не понял. Фу, какие извращенцы. В смысле? Там оленя, ой, оленя трахал какой-то. Дурак, блядь. Ты чай сзади так пристроился, без палева. Да у тебя мысли такие. Олени-то нормальные. Фу, они какие-то зафил. Тебя олень, блядь, вообще.
Олень зафиг. Ну, и следующий уровень сейчас буду. Не стан дали. Блин, класс закончился. Сходи да возьми. О, да, детка, я следующий уровень. Я 73-й, детка. Ты уже 73-й? Да. А ты какой? 75-й? Да. Сколько до следующего? Долго еще. Сколько? 73%. Ну, короче, ты меня догонишь, походу. О, в кучу инглин. Нет. Дерись как мужик, блядь. О, что это у тебя, кстати, за скилл такой? Какой? О, такой был только что. Это не у меня, это у моба, он себе скилл какой-то бахнул там. На защиту, наверное, не надо, так спит он бафу. Пока бафа умер хуже. Где-то уже, наверное, на 3 часа наснимали. Не, нормально. О, там синий так, блядь, чамп. Надо 76-й докачать, и все уже закончилось. Вот, синий чамп палишь. Тут их два, блядь. Я знаю. И мазафака. Да, я толкнул. Кстати, вот этот скилл еще кровотек дает. Какой? Crash of Paint, что ли, или другой, который Dark Smash. Blade Rush, может быть. Да, вот этот Blade Rush дает. Ну, я Blade Rush вам все время и бью. Это ходу когда прокатывает. О, у меня баф тоже кончается. Сейчас подождем чуть. А все, он уже из режима боя вышел. Не, блять, не вышел еще. Надо потанцевать. Дай 5. Все, пошли, блять. Давай, чуть осталось, еще чуть-чуть. Все. Мне не чуть-чуть, мне еще 3 лава. О, синенький человек. Человек? Да, человек. Ну понимаешь, мало ли он переоделся и создал такую машину, надел на нее рога и стал синим. Как аватар. Делать ему нечего. Вот именно. Расисты. Ну давай, надувай мне голову быстрей. Голова не надулась, какой облом. Чего он меня бьет? Берем бафы. Ням. Чё ты? Бафы. Хавы. У меня 23%. У тебя сколько? Чего? Ну, опыта. В кучу! 43 у меня. Есть! Мне еще 60. Так быстро всех порешал. Даже неинтересно. Благодаря мне. Сейчас скоро пойдем на большие левелы, я посмотрю, как ты там быстро решать всех будешь. Как не, я говорю про себя, так быстро всех убил. Интересно даже стало. Потому что я рядом был. Помогаю. Я же говорю, ты так быстро всех убил, что даже неинтересно стало. А, блядь, что-то я не...
У меня голова не надувается, это не прикольно. Ты ее надуй. Я надуваю как, всеми пытками. Как в фильме «Сын маски», вторая часть. Надул, блядь, голову. Это фильм смерти. Это фильм ужас. А это про какую часть говорил? Про вторую, которая выйдет? Она уже давно вышла, ты чё? А-а. Он обозревал ее, этот, ностальгия критик обозревал. Ну, вернее, там вообще чувак переводил с английского языка. А ностальгия это уже давно было или недавно? А? Недавно это было или давно? Чё было недавно? Ну, этот обзор. Куда я знаю, чё, фанат что ли егошни? Я просто нашел в интернете. Давно, наверное, уже выкладывал. Фильм-то старый. Он его обозревал, хуй, потому что этот фильм ужасный, он, потому что он не для детей, типа. Он реально ужасный, там такие моменты показывают. Там ребенок испугается, блядь. А что там за момент, например? Так посмотришь, тебе скидывал обзор. Не, ну, а, точно. Потом посмотришь. Кстати. Блин, ссылку нельзя прикопировать, я хотел перекопировать ссылку. Куда потом посмотришь, побежали добивать, апать. Не, перекопировать себе ссылку сюда, сейчас. За мной зверь гонится. Стрелять мне. Какой-то тип пишет, ура, начал заработок в инете. Чё попало, блядь? Какой? Что? Ай, больно. Ну вон, видишь. За мной бежит олень, за мной бежит олень, за мной бежит олень. Вон пишет тип в этом в я чате. Я видел это видео, а то написал, типа какой. Ну да. Я, кстати, уберу эту систему этих, чтобы у меня, блять, как его, урон не показывался, я буду читать, что там пишут иногда. О, 35. Ты где ходишь-то? Далеко. Бля, у меня уже мозги болят из-за того, что я по мобу болю. Да? Зря вещаю. Меня вот однообразность убивает. По-моему, РПГшек, знаешь, как бесит? Иди побей то, убей это. Ну, а в чем игра? Сходи в туалет. В чем игра и заключается? Купи сральное ведро. Ну а как ты... А если бы ты на X1 играл, ты вообще бы умер, раз ты здесь ты не можешь. Если бы я на X1 играл, я бы взял бы удалил бы... Не нахуй, сидел бы спокойно играл в другие. Вот видишь. То, что там, мой там-то число... вообще это каждый раз на все это повторяется делать по 100 раз. Ты че? Там, наверное, мог бы надо... Миллион убить, чтобы докачаться до там, да. 30 уровня. Да, я тебе говорю, долго там качет. Так, наверное, прокачал следующий уровень. Ура! Так орёшь на всю квартиру. Да нет, зачем? Не знаю. Потому что очень много мол палил. О, мы его убили. Ну, ты... У меня 43%. Ну если ты быстро будешь качаться там по ходить по камам до чего-то, то, наверное, за месяц до 70-го-то апнешься. А мы тут за неделю до 70-го дошли. Так нет, мы же просто не играли. Мы играем-то по 2 часа в день. Ну. И мы играли всего. Сколько у нас там? 4 части вышло. 4 раза, и вот сейчас 5-й раз. Это немного всего, считай, 10 часов поиграли. О. За 10 часов ему уже 70-е. Нормально. Мне даже звуки эти уже надоели. Я хочу на других мобов посмотреть, другие звуки послушать. А тут только и слышно. Бил, бил. Сейчас пойдем, что-то его. Хотя бы меня доапаем и нормально будет. Потом в другое место пойдем. В этом, в гробнице императоров тоже же долго качались. Все нормально было. А на X1 до какого ты уровня дошел? На X1? Да. Я там, короче, я там с этого гнома сейчас качаю, ну, блять, ну чтоб ресурсы были. Но у меня только еще 30-й левел.
Я так, мне так и мысль пришла, типа 30 уровень. Да гному не нужен уровень, ему главное спойлить что-нибудь ресурсы, чтобы богатым стать. От, да и все. От уровня только наоборот сбинеешь, блять. Вон чамп, смотри, он там есть. О, уже мы, наверное, можем открыть сундук. Да, смотри, но они желтые. Блин, белый надо, чтобы был. Короче, давай сейчас до 76-го докачаемся. Потом я открою сундук, и там, короче, всякая хрень попадает. Может, золотые там... мелдальки могут выпасть? Нет, она ким может выпасть. Она ким, да. Он 200 миллионов о, стоит. О, там еще один моб, а, да, или нет? Да, сейчас как раз я апнусь. Воу-воу, парни, полегче. И там еще где-то, да, сундук вроде был? Там-то мы пробегали к я вначале. Все, я дальше не пойду. Почему? Нет, я дальше пойду. Меня, смотри, сколько хп. Да скиллом восстанови. Каким? Ты опять потратил, что ли? О, хпшка, отлично. Soul, этот, Soul Roar. Все, которые есть, используй. Roar, а, пока он простой, что-то. Красный этот. Тут у меня хп не убавляется, а у тебя убавляется. Странно очень. Тебя одинаково одеты. А, да, у тебя же баф не только не полный, блядь. Не, полный баф, я же баф на войну беру. У меня уже 6 золотых медалей. 30 таких, ну считай 40, считай 10 медалей почти. У меня 40 этих почти. Одна медалька не хватает Эвента и 6 золотых. Тут, короче, сундук открыл кто-то. Надо тот открывать. Короче, пойду я лучше открою его. Ты ж не получится. Наверное, получится. Просто видишь, лучше пусть будет белый. Ну там шанс больше дропа. А он желтый просто сейчас еще. Не понял, что я с тобой. Для меня. Сейчас сколько времени? Что-то хочу... музыка вообще не играет или что-то она у меня. Я хочу музыку послушать в Винаге. Надо, короче, в этот, в город залететь, там музыка будет. А я в Винаге знаешь, какую музыку слушаю? Вон, подбирай вот эту, Heart of Recovery. Слышь, нет. Подбирай, какой? Пока не исчезла, блядь. Heart of Recovery, она все восстанавливает полностью. Не успел. Дурак, блядь, тормоз, да, конечно. Так, подожди, сейчас сундук открою. О, смотри, тебе Гордон выпал. Что за Гордон? Гордон Фримен? Да. Красава. О, трансформ... Нет, трансформация, мэш. Гордон, да. Мне, короче, мид выпал 82-го и эти джусы. И сколько это стоит вообще? Ну, это хрень, по идее, выпала. Там точка может просто выпасть из сундука. Вон красный там появился. Вон здесь красный. О, вот, лайф. О, лайф, слышь, херпс, лайф могу прибавлять по 1000. Ну да, нормально. Да, блядь, агришь мобов. Еще 18% и я 76-й. Мне еще там сколько? Что, вообще долго, да, уже качаемся до 76-го-то, блядь. Ты там красный вот есть. Ты какой левел? Я? 73, почти 74. Блять, еще тебе 2 левела докачивать. Ну, ты сам говорил, что ты 75. Не, ну я почти... 2 левела это долго. Ты, наверное, один быстрее качнешься. Не знаю. Да потом, если что, я из пати выйду, просто с тобой побегаю, наверное. Посмотрим, там, наверное, быстрее тебе дадут опыта. Нет, пойдешь на 80, я же там быстрее докачаюсь. А, ну да. Вряд ли ты там быстрее докачаешься, не красный для тебя будет. Чё он встал? А, мана кончилась, блин. Хай, хер бы хавать. Так нету маны. О, херп лайф, херп лайф, быстрее, быстрее. Ману давай, не давай. Трогай, блядь, только. Нет.
херб спит. Ох ты, мана. А мана по 200 прибавляет на массу. Нормальные хербы такие. Ну да. Есть, которые полностью все восстанавливают. Маны и хп. И вот этот хп рекавери, он вообще все восстанавливает полностью. Он красный. О. Херб слай. Ну ты реально по 1300 прибавляет на массу так-то. Сейчас ап будет у меня, наверное. И третья профа будет, наконец-то. Это заебался уже. И сап можно будет взять. Хотя сап уже сейчас можно взять. Только толк от него, нам лучше докачаться до 80-х. Чтоб в С-80 одеться. Че он не бьет? Да заебали вы свистеть. Что у вас, хоть там чампы отреагились? Свистеть, они как свиньи рычат, бля. Они свистят. Ишь, они богатые, у них денег-то куча. Они свистят, мы их убиваем, с них деньги упадывают. Ну, у меня уже 90 лямов. Да? У меня тоже. Убил моба, подобрал все бафы, ушел. Вон чамп. Синий вон. Я бегу за тобой. Вон мана. Так, короче, бафаем. Забирай все это дерьмо. Ну, а через 20% у меня будет следующая профа. Ой, профа. Профа? Следующая профа будет. Бля, у меня уже башка не наваривает. Сколько уже времени? Мало еще, только 10 часов. Только 10 часов, у меня уже башка не варит. У меня тоже все, у меня сейчас ап. Лёха, а какой у тебя экран? Большой такой или 1024 на 1024? В смысле? Ну, экран. Ну, у меня монитор примерно где-то 1600 на 1000. Сам монитор. Ну, нормально, он такой приличный. У меня 1024 на 1024. Ужас. Надо было побольше в ширину-то брать. Ой, в длину, блин. Оо, ему больно. Не, ап дали. Да, давай, бери себе справы и мочи всех. Пару мобов. Сейчас посмотрим, сколько профа стоит. Так, подержи. А, тут старое дену надо покупать. Короче, старое дену надо 1 000 000. Это, короче, и 10 000 000 простое дены. А это сколько получается? Это 20 000 000. Ты дешево, ты говорил 100. Я думал, наверное, я не помнил просто. Бля. Дайте мне выпить зелье, всё. Ну всё, полетели тоже. Или чё? Ты пока докачиваешься? Сколько я сейчас докачаю уровень и пойду тоже полечу. А, у тебя какой будет? 74-й, да? Да. Здесь надо что-то... синего найти, чтобы прокачаться. О, я даже красного нашел. Вот бей его. Тебе там нормально дадут. Даже вообще норм дадут, наверное, 10%. Тогда тем более я отошел. Ну тут все уже в эспере бегают давно. А мы как нищеброды в башмоте. А это самый крутой, что ли? Самый крутой Легия С-84. Это 84-м левелом надо быть как минимум. Ты хотя бы одевался в неё хоть раз? Ну на PvP-то серьёзно все одевались, чё там её? Не одеть. Так, подожди, у Коста... Нет, старая Дэна. Вроде у этого Мамона.
А, нет, чё я туплю? Старая Дэна у Секси Шоп вроде продается. Угу. Да, вот, старая Дэна. 1 010 000 лямов стоит. Все, я сейчас профу возьму себе. Короче, 5%. Дали из-за красненького. Думбрингер, Думбрингер называется у нас профа третья. Та-дам! Третья профа. Ну, скиллов пока нету, надо левел апнуть. Потом появится. По идее, в С можно одеться. Я сейчас попытаюсь это сделать. Но у меня немного проблемы с деньгами.